Сегодня день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Памятные мероприятия проходят в нашей стране и за ее пределами. В столице представитель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский возложили цветы к обелиску павшим в мировой войне 14-18 годов. Акция прошла в мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны на Соколе. 100 лет окончания Первой мировой войны, войны, охватившей несколько континентов и унесшей более 10 миллионов жизней. В этой связи восстановление памяти о участниках тех трагических событий является одним из приоритетов российского исторического и российского военно-исторических обществ. Затем центр событий переместился к памятнику героям Первой мировой войны на Поклонной горе. Здесь в почетный караул у огня памяти и славы заступили московские кадеты.